Всем приветики. Пришла ко мне еще одна посылочка. 10 штук коннекторов. Ну, 5 входов, не выходов, и 5 входов. Вот. Я заказал их отдельно. Они там, получается, идут отдельно. 5 таких. Ну, то есть ты не можешь сразу одновременно заказать их в паре вот так вот. Тебе нужно заказывать их отдельно. Я отдельно заказал, просто это все у одного и того же продавца, и он все положил в одну и ту же посылку. Ну, в принципе, логично, зачем отправлять их две. Ну и, собственно, теперь надо их проверить, вот как они выглядят снаружи 5,5 миллиметра, а внутри 2,1. Выглядят они вот так. Да, плюс-минус, вот, вставляется довольно-таки тяжело, так, и здесь мне нравится то, что контакты не торчат, к примеру, предыдущая распаковка, контакты, в чем разница, вот, предыдущая, получается, вот, как выглядит предыдущая, я даже не знаю, что из них лучше. Какой из них качественнее. Но мне кажется, наверное, вот это лучше, потому что здесь контакт как бы торчит. Вот это лучше, потому что здесь контакт торчит, здесь видно прямо железка прямо вот рядом. А здесь она углублена, то есть меньше возможности того, что... Вот, ну вот, они как-то вот даже видно. То есть, может, провода могут что-нибудь сюда вызвать, железяка вот так вот, и может закоротить их, а сюда она уже никак не закоротит их. Наверное, такой вариант даже и лучше. И, кстати, по поводу предыдущей распаковки, то, что у меня одна была нерабочая, баркованная вот эта, оказывается, провод вот сюда выходит. То есть, вот если включить прозвонку на тестере, то оказывается, что, по-моему, у нас плюс не работал. Вот он плюс. Минус, по-моему, работал. Он у нас снаружи. Да, а плюс не работал, он у нас внутри, вон он. Затрагиваемся, он не работает. Зато дотрагиваемся до этой штуки, которая сбоку торчит, вот она. Ну, в общем, здесь сработало. А сейчас уже что-то не срабатывает. Я до нее дотрагивался, она срабатывала. Или я до этой дотрагивался, и она срабатывала. Ну, в общем, как-то она срабатывала. Сейчас даже срабатывать не хочет. Это странно даже немного. Вот. Хотя, и в принципе, все, я вспомнил, как я делал. Вот, с этой стороны мы вставляем внутрь. И дотрагиваемся, мы, по идее, должны дотронуться до сюда, и оно сработает. Оно не срабатывает. Но мы дотрагиваемся до сюда. То есть они этот провод отсюда не довели сюда, а вот он сюда. Короче, бракованная вот эта штука. Вот. А теперь надо проверить все эти, вот, соединить их. И проверить. Получается, это то же самое, что и вот эти, они одинаковые. Единственное, что вот этот вот контакт другой. Мне кажется, даже вот эти вот получше будут. То, что замкнуть случайно будет сложнее. Вот. Так они одинаковые по размеру, по диаметру. Тоже 5,5 на 2,1. Но вот тут же вставляются как-то. И сейчас можно проверить, как они, кстати, работают. Это у нас вот контакты. Работает следующую. Вот это вот классно, то, что ты так вот берешь прямо за эти вот гвоздики. И мне кажется, что именно в этих вот будет все четко. Самое интересное, что в прошлый раз, когда я тестил, первое, которое я взял пару, не сработало. То есть бракованная штука мне попалась в руки самой первой. Хотя, если бы я взял бы ее я бы взял бы с другого конца, она была бы, получается, последней. Я бы не тестировал их все, я бы штуки 2-3 проверил, да и все. Но теперь я проверяю все, потому что, оказывается, может быть брак.
А тогда я даже не думал, что такое может быть. Теперь уже думаю об этом, что такое может быть. Вот мы минус с минусом соединяем. И есть контакт. Плюс с плюсом. И есть контакт. Ну вот, я почему-то в этих был уверен. Они и на вид такие качественные. И внутри нету такого, что типа может замкнуть вот оно. Такое все. И по бокам ничего не торчит. Ну, то есть, вроде бы все нормально. А здесь оно вон какое. Сбоку провод торчит. И внутри вот оно как-то так немножко кривовато стоит. Здесь-то оно ровно по центру, а там оно как-то смещено. Или мне так просто кажется, или угол такой. Да, в принципе, здесь как-то смещено. Ну, не знаю, но все равно мне... Я почему-то, когда их в руки взял, именно вот за этой вот штуки... Подумал, что они будут качественные, потому что здесь, ну, запросто провод сейчас вот возьми любой, и он может соединить их, и это будет замыкание, если здесь будет идти сюда ток, и здесь он соединится с этим, какой-нибудь провод нахлестнется сюда, и все. А здесь он не нахлестнется, потому что, ну, сюда проще, как бы, законтачить, чем сюда, это надо внутрь попасть, а здесь оно даже внутрь не попадает, ну, то есть мне эти нравятся больше, но так они одинаково, вот, как-то так. На этом все, всем покедово. В этот раз меня не подвели китайцы, я доволен, вот, такие дела.